Начались вооруженные беспорядки. Люди в панике. Он попал в высшие эшелоны власти. Мы на тонущем корабле. И вы нужны мне на борту. Где, как оказалось... Речь, господин министр. Спасибо, приятель. Творится полный бардак. Простите, насчет... Если кто-то скажет «НАТО», ответь, на что оно надо. Или «НАТО-граната». Так шутят у нас в посольстве. Как я буду противостоять госдепу США со сломанным маркером? Вы здесь единственный, у кого голова работает. У всех остальных мозги давно высохли. Решить мировые вопросы... Нужно переделать вторую часть речи, убрать жир. Оставить мускулы, жилы и нервы. И не потерять голову. Молния правит всем. Где начало? Выше. Все мы защищаем высокую мораль. Сатирическая комедия «НАТО, НАТО, граната». Набережная Орсе.